трудную, теснится ль в сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко. И верится, и плачется, и так легко, легко. Есть сила благодатная в созвучии слов живых. Как хорошо, что 175-летний юбилей Лермонтова мы начинаем с его молитвы. Ведь вот, знаете, мы даже не заметили, как в предшествующие годы очень многие важные вещи ушли из нашей жизни. Их надо восстанавливать. Ведь без молитвенного отношения к слову нет никакой поэзии. У Лермонтова самые проникновенные стихи называются молитвами. И даже не важно, как называется, а важно, что молитвенное отношение к слову. Вот мы сейчас в доме. На Арбате, вблизи Калининского проспекта, посреди нашей московской суеты. Многие не знают, они проходят тут рядом, они не знают, что здесь вот такой уголок святой для каждого человека, который любит поэзию. Место, где Лермонтов так был счастлив 3 года. Ну, конечно, дом для поэта очень относительное понятие. Это мы знаем. У птицы есть гнездо, у зверя есть нора, а поэт, он всегда странник. И Лермонтов говорил о себе так: «Мой дом везде, где есть небесный кров». Так оно и было. Я с вами все-таки немножечко не соглашусь, потому что вы говорите, не важно дом, а вот этот дом, в котором Лермонтов жил, совсем еще юношей. Он приехал, ведь ему было всего 15 лет, но этот дом навсегда останется в его памяти. Потому что, когда он уезжает из Москвы в Петербург, первое письмо из Петербурга будет: «Здесь все пусто, ему там очень не нравится». И вы говорите о юбилее, о молитвенном отношении. Когда этот дом восстанавливался, вы знаете, как сложно было восстановить этот дом, потому что ему грозил снос, когда строился проспект Калинина. Благодаря лермонтоведам, благодаря общественности этот дом отстояли. Ираклий Лаврусович Андроников очень много сделал для того, чтобы этот дом остался на этом месте. Сейчас с вами в комнате такой, где, в общем-то, много мемориальных вещей. Вот перед нами портреты,
Елизавета Алексеевна Арсеньева, бабушка Лермонтова, которая и снимала этот дом, и она въехала с ним сюда. Здесь портрет Марии Михайловны, и здесь первый портрет мальчика Лермонтова. А одаренность Лермонтова очень рано заметили окружающие. Вот обратите внимание на этот портрет. Он же самый первый из всех имеющихся портретов. Он очень неумелый, это работа крепостного художника. Но что замечательно, что в этом портрете художник обратил внимание на свиток. Да, перо в руках. Мудрость, да, перо в руках, да. Или это мелок. Вот таким образом и окружающие все видели, что он рано начал складывать стихи, начал рано рисовать и как-то очень обостренно ощущал музыку, слушал то, что ему пели, потом сам играл, да, и музыку, сочинял. И живопись. И, конечно же, живопись. Вообще, лермонтовское ощущение слова поразительно. Вот для него слово было пронизано светом. Это ведь ним сказано, из пламени света рожденное слово. Это потрясающие совершенно слова. Часто говорят, что грамматически не совсем верно, но это только так и можно сказать, из пламени света. Мне кажется, что и его живопись, вот и его кавказские пейзажи, это не столько даже пейзажи, сколько изображение еще его внутреннего мира, вот, пронизанного таким светом. Обычно говорят о Лермонтове, что вот, трагический, там маска, что непонятые окружающие, все. А и не видят Лермонтова другого, того Лермонтова, о котором я себе сказал, под ним струя светлее лазури, над ним луч солнца золотого. То есть он весь пронизан внутренним светом, таково его ощущение. И этого не могло бы быть, если бы у него не было в душе музыки, если бы не было в душе вот этой палитры цветовой. Я вот когда увидел Тарханов, увидел комнату, в которой Лермонтов был в детстве, увидел на столе слова на нескольких языках. В этом словаре какие слова главные? Дух, разум, честь и так далее. Я сразу стало понятно. Какое он получил воспитание? Да, бабушка всегда помогала ему. И не случайно, когда приезжает ведь в Москву не просто для того, чтобы пожить в Москве, для того, чтобы учиться, поступить в лучшее учебное заведение, Московский благородный пансион. Здесь сначала подготовительные занятия, а потом сюда-то Лермонтов уже приезжает, когда он учится в пансионе. Сразу поступил в 4-й класс пансиона. Это потому, что было возможно приглашение хороших учителей. Хорошие учителя словесность преподавали. Да. Лермонтов уже начинал немножечко писать. Хорошие учителя поэзии, живопись и музыка. То есть он получает такое воспитание, при котором, если в человеке есть гениальность, то она обязательно реализуется. И мы должны воздать должное поэтому его бабушке, чтобы она им такое воспитание дала. Да, конечно. Это дом юности Лермонтова. И вот в этой комнате собиралась молодежь. Весело было. Очень весело было. Не случайно они сами себя называли веселой бандой. Конечно. Потому что здесь были соседи. Вообще этот дом очень уютный район был. Это Малая Молчановка, Большая Молчановка. Здесь находились вот эти маленькие особнячки. Они все были построены уже после пожара 12-го года. Немножечко похожи друг на друга, а люди, которые были здесь, все были не похожи. Их всех, правда, соединяла взаимная какая-то привязанность.
Любовь к поэзии, к стихам. Да, я слышал даже, что круг друзей Лермонтова, он, как выяснилось, в основном они все здесь на Арбате были. Да, да, это, наверное, не случайно. Но это ведь и родственники, и старались селиться как-то поближе друг к другу. Ну, а когда здесь устраивались или музыкальные вечера, как в этой гостиной, или хотелось почитать, просто посидеть и поговорить о чем-то. Страшно сказать, так, стихи читали, да? Да, страшно сказать, и потому что мы знаем, что Лермонтов был задержанный очень. У него в комнате мы видим очень много рукописей, а читал далеко не всем. Но вот это близкое окружение. Кому читал? Читал самым своим близким, читал Верещагиной. Верещагиной читал. Ну, Сушкову он подбрасывал листочки свои, читал своим друзьям, Поливанова читал. А что значит подбрасывал? А это есть известная история, да, о том, как он, написавшее стихотворение, адресованное Сушковой, он не хотел его сам прочитать, это стихотворение, потому что оно немножечко обидное было для него. Да. Кстати, вот здесь есть рукопись стихотворения и ее портрет на рукописи. И он подкинул это стихотворение, которое она потом прочитала. Через много лет она вспомнила об этом, и это стихотворение было уже напечатано после смерти Лермонтова. Вообще вот в этой московской атмосфере было что-то такое особенное. Вот когда Петербург, ну там больше пеструю толпою окружен, стих облитый горечью и злостью, это понятно. Вот, а здесь сугубо московская атмосфера, конечно. Вот, и да, да, это такое, интриги, это такое гостеприимство, да, 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 это легкая такая юношеская влюбленность, но у Лермонтова это всегда еще и трагизм влюбленности, потому что влюбляется постоянно, постоянно носит в себе какую-то горечь человека страдающего, обиженного, это все выливается на его страницы, а иногда вот такая снова просветленность. В 19 веке, так же, как и сейчас, жили в городе, а все-таки, наверное, на лето куда-то выезжали, на дачу, там, как сейчас. Да, был. Лермонтов, пока жил в Москве, 4 раза уезжал в Середняково, и это были для него замечательные дни, потому что здесь хорошо писалось, много думалось, здесь же он влюблялся. И поэтому целый поток лирических стихотворений был написан. Я жить хочу, хочу печали, любви и счастью назло. Они мой ум избаловали и слишком сгладили чело. Пора, пора насмешкам света прогнать спокойствие туман. Что без страданий жизнь поэта? И что без бури океан? Он хочет жить ценою муки, ценой томительных забот. Он покупает небо звуки, он даром славы не берет. Не обвиняй меня, всесильный,
и не карай меня, молю, за то, что мрак земли могильный с ее страстями я люблю, за то, что редко в душу входит живых речей твоих струя, за то, что в заблуждении бродит мой ум далеко от тебя, за то, что лава вдохновенья клокочет на груди моей, за то, что дикие волнения мрачат стекло моих очей, за то, что мир земной мне тесен, к тебе ж проникнуть я боюсь, и часто звуком грешных песен я, Боже, не тебе молюсь. Но угаси сей чудный пламень, всесожигающий костер, преобрати мне сердце в камень, останови голодный взор от страшной жажды песнопения, пускай, Творец, освобожусь, тогда на тесный путь спасения к тебе я снова обращусь. Особое просветленное чувство у Лермонтова связано с Варварой Александровной Лопухиной. Ну, конечно. Это прекрасный портрет. Лермонтов писал ее трижды. Это один из первых портретов. Она, вы заметьте, она здесь в облике испанской монахини. И тоже не случайно, потому что все, что Лермонтов рисует, то, что он видит перед собой, все это связывается в один узел. Пишет испанцы, думает о Лопухиной и делает вот эту акварель. Да, и вы знаете, когда я эту акварель вижу, я всегда вспоминаю стихотворение Лермонтова «Я, Матерь Божия, ныне с молитвой». Почему? То ли потому, что она в этом обличии испанской монахини. Мы не знаем, какой именно образ был перед Лермонтовым. Но мне это кажется, что в душе-то его был этот образ. Варенька, да, есть ведь такое свидетельство, да, и конечно, предположение очень обоснованное, это что это стихотворение посвящено или написано в связи с воспоминаниями, с мыслями. И во всяком случае, это именно такая любовь. Хочется его прочитать, пусть вспомнит его. Ведь это же, понимаете, это то, когда все суетное, мелкое отпадает, и вот что остается навсегда. Любовь все-таки это навсегда. «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою, пред Твоим образом ярким сиянием, ни о спасении, ни перед битвою, ни с благодарностью или с покаянием, ни за свою молю душу пустынную, за душу странника в мире безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступницы мира холодного, окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников, полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласую, ты восприять пошли к ложу печальному, лучшего ангела, душу прекрасную». Просто что-то такое, знаете, Боттичелли, Джотто, в золоте растворяющийся ангел и душу прекрасную. Вот это действительно любовь, которая озаряла всю его жизнь. И все-таки, наверное, это главное в жизни Лермонтова, все-таки любовь, а не ненависть. И стих «Облитый горечью и злостью». Очевидно, было и то, и другое, потому что что как не стихи больше всего об этом говорят, но, в общем-то, и житейские поступки. Да, конечно. Вот тот же самый пример Сушковой, когда Лермонтов очень жестоко отплатил барышне, которая не ответила на его пылкие страсти. Потом он о ней рассказал в «Княгине Лиговской», он написал ей письмо. Она ведь так до самой смерти не подозревала, что это Лермонтов сделал. И все-таки странное, противоречивое ощущение бывает всегда, когда читаешь исследования о любви поэта. Вроде бы все и правда написано, вот так относился, все это правда, но это внешняя сторона дела. А есть нечто такое, что отличает любовь поэта от любви обычного человека? Что-то высшее ведь все-таки, неземное. Никто не дорожит мной на земле. Да. И сам себе я в тягость, как другим. Тоска блуждает на моем челе, я холоден и горд, и даже злым толпе кажусь. Неужели она проникнуть дерзко в сердце мне должна? Зачем ей знать, что в нем заключено?
Огонь или сумрак дам, ей все равно. Есть время, леденеет быстрый ум, есть сумерки души, когда предмет желаний мрачен, усыпление дум, меж радостью и горем полусвет, душа сама собою стеснена, жизнь ненавистна, но и смерть страшна. Находишь корень мук в себе самом, и небо обвинить нельзя ни в чем. Я к состоянию этому привык, но ясно выразить его б не мог. Ни ангельский, ни демонский язык, они таких не ведают тревог. В одном все чисто, а в другом все зло. Лишь в человеке встретиться могло священное с порочным. Все его мучения происходят от того. Я предузнал мой жребий, мой конец. И грусть ранняя на мне печать. И как я мучаюсь, знает лишь Творец. Но равнодушный мир не должен знать. И не забыт умру я. Смерть моя ужасна будет. Чуждые края ей удивятся. А в родной стране все проклянут и память обо мне. Кровавая меня могила ждет, могила без молитв и без креста, на диком берегу ревущих вод и под пустынным небом. Пустота кругом. Да, все-таки удивительно. Есть что-то поразительное в том, что ведь это стихотворение – прямое пророчество, самое прямое. Ведь Лермонтов предсказал даже вот эту могилу, кровавая меня могила ждет, та, что на Кавказе. И у него есть другое стихотворение, где могила среди русских полей. Вот это все-таки поэт обладает каким-то свойством парапсихологическим, как бы сейчас бы сказали. Он все-таки действительно свое будущее ощущает. Ведь правда, с ранних стихов у Лермонтова было это ощущение своего высокого жребия и трагического. Кстати, Лермонтов ведь не торопился напечататься. Писать торопился. Он боялся, что он умрет в полной безвестности. Чему ищу, так славы я, известно, в славе нет блаженства, и не славы искал. Не слава. Ведь печатать совсем не торопился, первые лучшие стихи уже зрелые напечатал только в 37 году. А здесь случайно, вот в этом доме, вы видите здесь сборник воспитанников Московского благородного пансиона, это альманах Цифей. Там даже нету имени Лермонтова, но там есть мысли, замечания, отрывки. Это 29-й год, а в 30-м году стихотворение «Весна» в журнале «Атеней» тоже издает преподаватель пансиона Павлов. И там буква «Л» стоит, имени Лермонтова еще нет. Лермонтов совершенно не торопился напечатать «Демона», он ведь, у него не было ощущения законченности этого произведения. В этом доме он пишет 3 редакции, потом в Петербурге еще и еще. И казалось бы, когда в 1938 году, когда уже казалось возможно печатание «Демона», и Краевский уже готовит эту публикацию, Лермонтов-то понимает, что публикации не будет. Нет, просто удивительно. Вот в этом доме, ничем не отличающемся от других московских домов, 3 редакции «Демона». Знали ли современники, которые проходили мимо этого домика, что здесь создан «Демон»? Знают ли сегодня современники, проходя мимо этого домика, что здесь 3 редакции «Демона»? Если бы только «Демон». Столько произведений написано здесь, что остается удивляться, как напряженно работал Лермонтов в такое короткое время. Здесь 3 тетради стихотворения, какие глубокие стихотворения. Здесь мысли о жизни, о смерти, о собственном назначении. Здесь поэмы, драмы. И почти ничего из этого не было напечатано при жизни, и узнали об этом только после смерти поэта. Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете. К чему глубокие познания, жажда славы, талант и пылкая любовь свободы, когда мы их употребить не можем? Где те севера? Как здешние растения живем недолго, быстро увядаем. Как солнце зимнее на сером небосклоне, так пасмурна жизнь наша.
так недолго ее однообразное течение. И душно кажется на родине, и сердцу тяжко, и душа тоскует. Не зная ни любви, ни дружбы, сладкой средь бурь пустых томится юность наша, и быстро злоба и яд ее мрачит. И нам горька остылой жизни чаша, и уж ничто души не веселит. В 832 году Лермонтов уезжал из Москвы. Уезжал не потому, что ему хотелось, а потому, что так сложились обстоятельства, что ему пришлось уйти из университета. Прощался с Москвой, и это было горестно для него. Лермонтов не знал, как дальше повернется его судьба. Он не знал, что и из Петербурга он будет изгнан на Кавказ, а с Кавказа будет стремиться попасть снова в Москву и снова в Петербург. Правда, всякий раз, когда ссылки, обстоятельства заставляли его ехать на Кавказ или с Кавказа, всегда была Москва, которую он любил с детства и любовь которой прошла на всю жизнь. Кто никогда не был на вершине Ивана Великого, кому никогда не случалось окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу с конца в конец, кто ни разу не любовался этой величественной, почти необозримой панорамой, тот не имеет понятия о Москве, ибо Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысячи. Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке, нет, у нее есть своя душа, своя жизнь. Каждый ее камень хранит надпись, начертанную временем и роком. Надпись для толпы непонятную, но богатую, обильную мыслями, чувствами и вдохновением для ученого, патриота и поэта. Какое блаженство разом обнять душою всю суетную жизнь, все мелкие заботы человечества, смотреть на мир с высоты. На левом берегу реки, глядясь в ее гладкие воды, белеет воспитательный дом, коего широкие голые стены, симметрически расположенные окна и трубы и вообще европейская осанка резко отделяются от прочих соседних зданий. Еще ближе, на широкой площади, возвышается Петровский театр, произведение новейшего искусства. Огромное здание, сделанное по всем правилам вкуса, с плоской кровлей и величественным портиком. Когда склоняется день, когда розовая мгла одевает дальние части города и окрестные холмы, тогда только можно видеть нашу древнюю столицу во всем ее блеске. Ибо, подобно красавице, показывающей только вечером свои лучшие уборы, она только в этот торжественный час может произвести на душу сильное, неизгладимое впечатление. Что сравнить с этим Кремлем, который, окружаясь зубчатыми стенами, красуясь золотыми главами соборов, возлежит на высокой горе, как державный венец на челе грозного владыки? Нет. Ни Кремля, ни его зубчатых стен, ни его темных переходов, ни пышных дворцов его описать невозможно. Надо видеть, надо чувствовать все, что они говорят сердцу и воображению. Юнкер лейб-гвардии гусарского полка Лермонтов. Кстати, и в Москве появился вот этот замечательный автопортрет Лермонтова. В Бурке, да, с офисами. Этот в Бурке, он единственный акварельный автопортрет. Он привез его в Москву, даже точно неизвестно, где он его писал. Он мог писать по воспоминаниям. На этом портрете Лермонтов изображен на фоне Кавказских гор,
А в этом портрете все, вся жизнь Лермонтова. Вот это его изгнание, это Кавказ. Это его такой мечтательный взор, взор поэта, что, кстати, почти никогда не удавалось передать на портретах Лермонтова. Да, такое лицо ребенка даже никак. И, наконец, то, что он привез этот портрет в Москву, то, что он подарил его Лопухиной, а сохранил его Верещагину. Лермонтов очень любил, который сохранил очень бережно и этот портрет, и несколько акварелей, и картин, и бесценные для нас произведения Лермонтова. Вы знаете, я слушаю и думаю, ну, поразительно, как же все повторяется, и хорошее, и плохое, к сожалению. Ведь Кавказ, ведь он также был местом изгнанничества, местом пристанища. Вот ведь пристанище нашел там и Пушкин, пристанище там нашел Лермонтов. Но, к сожалению, в 20 веке находили в нем пристанище наши замечательные великие поэты. И Пастернака пригрел Кавказ, и Мандельштама пригрел Кавказ. И вот когда я думаю, что же это такое? Конечно, поэт несет в себе странничество, изгнанничество, есть нечто, вот вестник вечной жизни, посланник небес на земле, есть в нем это изгнанничество. Но если то, что от нас людей зависит, то, что в последнем стихотворении Лермонтова, вот в этом, провозглашать я стал любви и правды чистое учение, в меня же ближние мои бросали бешено каменья, то те традиции, от которых хотелось бы отказаться, чтобы Москва была только местом пристанища, приют, любви, приюта для поэтов, и никогда больше не была местом изгнанничества, чтобы не могли о наших современников поэты сказать такие слова, какие Лермонтов сказал о своем поколении: как пир на празднике чужому добру и злу постыдно равнодушный, перед опасностью позорно малодушный и перед властью презренные рабы. Не дай Бог, чтобы нам от поэтов прозвучал сегодня такой приговор. Поэт, конечно, все равно победитель, все равно побеждает Мандельштам, побеждает Ахматова, побеждает Пастернак, побеждает Пушкин, побеждает Лермонтов. И, конечно, Москва – духовная колыбель для Лермонтова. Москва – это самое светлое. И уже позднее он напишет: «Клянусь, друзья, покуда я живу, не разлюбить Москву». Спи, младенец мой прекрасный, баюшки пою. Тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою. Стану сказывать я сказки, песенку спою. Ты ж дремли, закрывши глазки, баюшки, баю. К сожалению, в Москве мало сохранилось связанного с Лермонтовым. Основные места, где он бывал, где жили его друзья, здесь, под Новым Арбатом, ныне Калининским проспектом. Здесь стояли дома, в которых жили Столыпины, Сушковы, Лопухины, Верещагины. И все же мы назовем несколько сохранившихся московских адресов. Здесь, на бывшей Поварской, на этом месте стоял дом, в котором в 1827 году поселилась Елизавета Алексеевна Арсеньева с внуком Мишей Лермонтовым после приезда в Москву из Тархан и поступления внука в университетский пансион. Отсюда до пансиона было рукой подать. В саду дома историка Михаила Погодина в мае 1840 года Лермонтов впервые встретился с Гоголем на его именинах. Этого дома давно нет, остался только флигель и малюсенький кусочек сада, где Лермонтов читал московским литераторам отрывок из поэмы «Цири», произведя на них сильнейшее впечатление. Одним из этих литераторов был знаменитый Александр Иванович Тургенев, брат декабриста Николая Тургенева, друг Пушкина, провожавший его тело в Михайловское и взявшийся теперь познакомить Москву с Лермонтовым. Он жил здесь, на этом месте, у него бывал Лермонтов.
На следующий день после известных именин Гоголь встретился с Лермонтовым в этом доме, принадлежащем Свербееву, где они и проговорили вдвоем до 2 часов ночи. В этот же приезд бывал Лермонтов и в салоне поэтессы Каролины Павловой, который являлся одним из центров литературной жизни Москвы 40-х годов. Уезжая в ссылку на Кавказ, Лермонтов в доме Павловых простился с московскими писателями. Он уехал грустный, ночь была сырая, мы простились на крыльце, вспоминал Самарин. Это Петровский замок, ныне военно-воздушная академия имени Жуковского. Здесь Лермонтов останавливался у сослуживца Розана. Это был последний московский адрес Лермонтова. Покидая Москву, он писал: «Ах, если бы мне позволено было оставить службу, с каким бы удовольствием поселился бы я здесь навсегда».